Друзья, приветствую. Для того, чтобы облегчить разучивание той или иной мелодии, когда вы только приступаете к ее разбору, рекомендую продумать заранее аппликатуру, в которой вы будете учить и играть эту мелодию. Потому что если заранее это не продумать, пальцы могут заучить неверные позиции, неудобные переходы, и вы будете постоянно мучиться. Поэтому лучше продумать заранее. В качестве примера могу привести мелодию, которую мы недавно разбирали с одним из моих учеников. Это всем нам известная мелодия из мультика «Голубой вагон». Ну и потом дальше пошла у нас. Вы, наверное, обратили внимание, что когда я играл, у меня буквально в двух позициях вся эта мелодия прозвучала. И совсем другое дело, если, например, начинать эту мелодию играть просто по нотам и по табам и тыкать, например, только указательным пальцем. Вообще непонятно, что получается. Это я немножко утрирую, конечно, но думаю, что суть вы поняли. И совсем другое дело, опять-таки, вот для примера. Видите, все рядышком. А потом, когда пальцы заучат нужные лады на нужных позициях, вы, не задумываясь, сможете достаточно шустро играть мелодию, которую хотите и себя порадовать, и сыграть тем, кто вас слушает. Так что обязательно следите за тем, на каких ладах, какими пальцами вы играете, продумывайте заранее, можете прям исчеркать весь лист, исписать, прописать лады, струны, пальцы. Главное, чтобы вам было понятно и звучало все красиво. И главное еще, не только чтобы понятно было, но чтобы еще было удобно. На этом видео заканчиваю. Если эта рекомендация показалась вам полезной, обязательно ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео на моем канале. Делитесь этим видео в социальных сетях. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Счастливо!